Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с Андрюхой покопаться по Средневековью. В то место, где у меня было три находки с одной ямы. Там где-то вон Андрюха за моей спиной ходит. Только вот отошли от машины. Ну вот, машина стоит недалеко совершенно. Отошли. Есть у меня первая находочка. Сейчас вам покажу. По традиции хочется передать привет группе в Вайбере Коп.ua. Ребята, вам всем привет. Группе Тустань, Полисия ЗТ. Всем огроменный привет. Смотрим находочку, друзья. Только вот от машины отошли. Совершенно недалеко. Первый внятный сигнальчик. И опача, друзья. Смотрите. Колечечко. Маленькое детское средневековое колечко. Ничего на нем, к сожалению, не изображено. Но находочка очень даже интересная. Будем ходить здесь, выхаживать. Лес уже зарастает. Листьев становится все больше и больше. Но еще есть возможность походить. Нужно этой возможностью пользоваться. В общем, будем ходить, друзья. Будут какие-то находки, и вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок, будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Друзі, докладываю обстановочку. Хожу от в таких от кустах. Андрюха где-то там ходить. І був у мене такий офігенний сигнальчик. І посмотрите. Опача, опача, средневековая монета, друзья, средневековая монета, 1,5 что ли, вот здесь вот какой-то правитель, а здесь герб этого правителя, на коне всадник. Грош. Грош. Серебряный грош. Офигеть. Чуть-чуть согнутый. Но я его, наверное, равнять не буду. Дома аккуратненько выровняю. Класс. Сейчас Андрюхе по рации скажу. Андрюха, прием. Андрюха, у меня грош серебряный. Спасибо. Пока больше ничего. Андрюха нашел солид серебряный. Вот такая вот, друзья, красотулечка выпала. Класс, я доволен. Идем дальше искать. Крутяк, крутяк. Хорошая монетка такая. Очень приятно. Дома почищу ее в нашатыре. И будет классненько вообще. Идем, друзья, искать дальше. Тяжело ходить, конечно. Такие. Лес уже зарастает. Кусты, трава. Вот в какой траве, посмотрите, я ее выкопал. Просто трава по пояс. Но с блондиночкой ходить вообще замечательно. Вот по лесам то, что надо. Ладно, друзья, идем искать дальше. Не будем терять времени, смотрите. Друзья, мои друзья, не успел я далеко уйти. Вот здесь вот, где катушка, рядышком выкопал грош только что. И вот еще одна средневековая монетка. Солид, по всей видимости, так и есть. Солид. Густав какой-то. Хочется его тереть сильно. Какой-то Густав. Прикольно.
Прикольно. Все рядышком лежало. И одна монетка, и вторая. Сейчас покручу здесь. Может, еще что-то вылезет. Сейчас Андрюху обрадую. Андрюха, прием. Да. У меня солид рядышком серебряный. Офигенно. А я какой-то похожий на чешую тему нашел. О, прикольно. Я потом подойду к тебе, посмотрим. Я не уверен, что чешуя. Ну, глянем, глянем. Вот вам, друзья, пожалуйста, еще одна средневековая монета. Берем, идем дальше искать. Смотрите. Смотрите, друзья, вот копанные ямы просто везде вокруг. Вот там, вот здесь вот. И опять я недалеко ушел. Есть у меня еще один солид. Опача. Что-то я его, по-моему, чуть-чуть обломал. Но ничего, серебряная монета. Пойдет. Пойдет. Вот все кручусь в одном месте. Вот здесь вот я выкопал один грош. И там дальше солид. И вот еще один. Пожалуйста. Так что, друзья, блондиночка. Ой, чуть не потерял. Блондиночка выискивает такую вот мелочевку среди чужих ям. Вот вам преимущество блондинки. Берем, друзья, идем искать дальше. Смотрите. Друзья, есть такой сигнал шикарный. Хочу попробовать онлайн выкопать. Бьет 91. Бьет 91-92. Корни прям под деревом. Не хочется повредить монету. Вон у Андрюхи солит. Ой, что-то упало. А у меня кусочек какой-то бронзы. К сожалению, не монета. Но ничего, не расстраиваемся. Идем дальше искать. Смотрите. Смотрите, друзья, видите его? Это партизан Андрюха там солиды вынюхивает своим орыксом. Нашел несколько штук, красавчик. Есть у меня тоже находочка. Смотрите, опача. Солидик. Еще один серебряный, по всей видимости, солид. Класс. Класс. Лежал, смотрите, вот прям под деревом. Выколупал его сбоку от дерева. Не глубоко, хороший сигнальчик. Било 64 на Деусе. Вот так вот. Кручусь все в одном месте. Вот здесь вот все повыкапал. Вот здесь, вот там вот. И вот здесь, пожалуйста, еще один. Буду вынюхивать здесь ходить. Блондинка, очень хорошо это получается. Андрюха, что там у тебя? А покажи, что ты вообще понаходил. Находки свои.
получается такая. Ага, часть чего-то. Это бубенчик был, скорее всего, я так думаю. Смотри, видишь, вот нашел. А, ну вот я тоже только что. А, Андрюха такую монету нашел, ребят, забыл снять. Смотрите. Ой, чуть не уронил. Здоровенная серебряная. Кто знает, что это такое, подсказывайте. Потому что на ней просто ничего не видно. О, нашел несколько солидов. Ну, вот, молодец. Это финя какая-то. Ну, отлично. Надо это. Серебряная вообще классная, такая большая шайба. Дядька. Как тебе ОРХ, Андрюха? Скажи, вот хочется услышать мнение человека, который уже ходит с этим прибором. Бомба. Хороший? Ну, чем не хуже Деуса, наверное. Я думаю, что да, что не хуже. Ну, я все так думаю, что по глубине он видит одинаково. Что Деус, просто единственный момент, что там нет полифонии. Ладно, друзья, идем дальше искать. Вот в таких вот кустах ходим и ходим. В общем, продвигаемся дальше, смотрите. Ходим с Андрюхой в одном месте, рядышком друг с другом. И находочка, друзья, очередная средневековая монета. Тоже какой-то солид, наверное, я думаю, все. Не видно на нем ничего. Но, скорее всего, солид. А может быть и нет. А может и не солид. Может что-то другое. Но не баратинка. Находка такая, в общем. Вот в таких вот кустах ходим. Ходить, конечно, неудобно, но с блондинкой можно везде подлезть. Идем дальше искать, друзья, смотрите. Друзья, смотрите, вот чья-то ямка, вот кто-то копал, вот землю откидывал. И у меня находочка. Прямо рядышком. С-под корня достал. Вот такой вот солидик еще один вывалился. Похоже, я его угрел лопатой. Блин. Очень жаль. Но ничего, выровняется, будет нормальный. Откиснет дома. Находка. Монетка. Кручусь я все в этих кустах. Копал здесь кто-то. Куча ям. Закопанная, правда. В общем, иду искать дальше, друзья. Смотрите. Друзья, солнышко встало и так славненько пригревает, что аж жарко становится. Есть у меня находочка, смотрите. Выпала мне. Опача. Чешуйка. Закрученная чешуйка. Прикиньте, первый раз такое нахожу. Вот такая вот. Сейчас посмотрю, может, рядышком еще какие-то лежат. Это делали такое ожерелье с них. Сейчас гляну, в общем. Находка. Сигнал плохой был, но Деус ее зацепил. В общем, берем. Поищу сейчас рядышком, может, еще есть. Идем дальше искать. Друзья, продвигаюсь я в сторону села, оно вот там вот за моей спиной. Я где-то метров 500, может 600. Идем с Андрюхой вместе, друг от друга совершенно недалеко. И потихонечку лезут находочки. Есть у меня очередная монетка, сейчас я вам покажу. Андрюха только что солид нашел, лазим под каждым кустиком. И у меня тоже есть монетка, друзья. Смотрите, опача, тоже солид, а может даже и не солид, может что-то интересней, по-моему, полторак или грош. Андрюха, по-моему, полторак или грош даже, не солид точно, тут орел какой-то просматривается. В общем, находочка, друзья. Андрюха сигнальчик зацепил. Что там? А ну давай, онлайн выкопаешь. Сейчас я к тебе подойду.
покажу тебе сразу свою находку. Такие кусты, блин, тяжело тут ходить. А ну-ка. Ну копай, посмотрим хоть. Ну это металл, походу, какой-то. Может и нет. А может и нет. Может и нет. Ну как будто есть, блин, что-то. Ну проверь пинпоинтером. Понял? Пинпоинтер. Чего ты, смотри. Я вернусь сейчас и выкопаю его, вот запомню, веточка. Может на ребре лежит, да плохо бьет. Посмотри, чего. Корни мешают. Сейчас бьет как, ну, как цветной. Как одежда. В ямке. Упала ниже, Андрюх. Обрубай этот корень, да. Уже жарко. Жарко-жарко, я уже курточку снял даже. Странный, конечно, сигнал реально. Что ты? Железяка, да? Закол какая-то или что это? А, это дрымба, прикинь. Что это такое? По-моему, дрымба такая штука, музыкальный инструмент такой. Мяу-мяу-мяу. Дрымба, не, дрымба. Ну... Да, прикольно. Не монетка, не металл. Смотри, я вот нашел, видишь. Дрымба, да, Андрюха, прикольная находка. Вот, видишь, посредине язычок был, смотри, видишь? Видишь? Как, дернешь? Да, такой бяу-мяу, знаешь, брали так. А шайтаном она. Шайтаном она. Прикольная находка, нечастая, кстати. Понял, там серединка отломана. Угу. А ты копать не хотел, блин. Дрымба. Видишь, так бы и не знал, что это такое, что такое дрымба. Сделаешь язычок, будешь сидеть играть. Мяу-мяу-мяу. Сетка, блин, ночами, блин, задолбала. Привет ей передай. Я ей ссылку скину на видео. Все, видишь, и сигнал пропал. Ладно, друзья, идем дальше копать, смотрите. Андрюха сказал, что у него там хороший сигнал. И у меня был тоже хороший сигнал. С глубины ада я его выкопал. Смотрите, друзья, колечко, колечко, кольцо. Прикиньте, какие-то что-то меня терзают смутные сомнения. Такое чувство, что тут жили какие-то пигмеи. Маленькие люди носили маленькие кольца. О, я его еще чуть подогрел лопаткой. Ну, не страшно. В общем, берем эту находку. Било так 97. Идем дальше, смотрите. Друзья, мы пообедали с новыми силами. Снова на коп. Смотрите, какая у меня есть замечательная находочка. Опача. Полторачок вывалился. Прикиньте. Не глубоко лежал. Не глубоко лежал. И вот же рядом куча, вот яма копанная.
старая уже заросла. Кто-то ж тут копал и пропустили. Пропустили хорошую монетку. Вот вам и копатели. Андрюха, смотри какой. Ну какой маленький, ну полторак такой себе. Класс. Берем монетку. Идем искать дальше. Смотрите, друзья. Нужно под каждый кустик залазить, Андрюха. Чик-чик-чик и все. Друзья, вот здесь вот сейчас выкопал полторака. И вот рядышком еще солидик вывалился. Я его просто руками откопал. Поверхностный был сигнал. И откопал его руками. У Андрюхи сигнальчик тоже какой-то. У меня поверхностный был, Андрюха, сигнал. И один, и второй. А этот полторак выкопал где-то с полштыка. Так что обращай внимание на поверхностные сигналы тоже. И керамика, кстати, вот, друзья, смотрите, попалась с ямки кусочек. Идем дальше искать, смотрите. Друзья, вы не поверите, четвертая монета в радиусе 5 метров. И снова не глубоко, руками ее достал. Солид средневековый. Прикиньте, еще один средневековый солид. Вот так вот. Прикол какой-то. Сейчас буду тут под каждым кустиком шастать. Вот здесь вот нашел монету. Вот там вот дальше. И вот здесь вот. Все рядышком. Разброс метров 5 максимум. Так что надо внимательнее тут походить. Иду дальше искать, друзья. К нам приехал Любомир. У меня... Привет вам всем передает. У меня находочка есть, друзья. Между кустами вывалился мне. Опача. Солидик очередной. Нормально. Я уже их накопал сегодня. Нормально так. Нормально накопал. Берем. Берем искать дальше. Идем. Любомир сказал, что здесь мусорка. Я ему говорю, нормальная средневековая мусорка. Можно ходить. Так что, друзья, находки есть. Мы ходим, ищем. Любомир тоже с блондинкой ходит, кстати. Ладно. Я пошел дальше, друзья. Смотрите. Половинку колечка нашел. А я выкопал сигнал, хочу снять онлайн. Как я найду его пинпоинтером. Вот это поворот. Вот это, ребята, поворот. Еще один полторак. С дырочкой, правда. Смотрите. Как вам? Вроде ж полторак. А может и не полторак, может грош какой-то. Не видно ничего. Находка. У меня какой-то грош с дырочкой. По всей видимости, или полторак. Класс, берем. Идем дальше искать. Андрюха, смотри. Сейчас вот прям онлайн выкопал пинпоинтером его. А еще пробитый? Да, с дыркой, прикинь. Да. И все, видишь, в одном месте. В одной куче.
Надо там эту кучу. Все вот рядом, вот там, вот там, вот там, вот там, вот здесь, вот, вот там, вот между кустами выкопал. Короче, надо тут пошататься. Идем дальше, друзья. Снимаю онлайн, друзья, яма, и там сигнальчик. Нашелся лидик. О, онлайн не получилось. Это кусочек свинца. Какая-то пуля. Казацкая, наверное, была. Может, заготовка для пули. Но сигнал был хороший. Стоило снять. Так что вот так вот. И Любомир нашел солид. Молодец. Идем искать дальше, друзья. Выкопал я сигнальчик, друзья. Сейчас посмотрим, что здесь. Солидик серебряный. Вот так вот они находятся. У меня еще один солид, Андрюха. Вот так вот находочка. Прям смотрите, где я копаю. В кустах. Просто в кустах. Еле сюда долез. В эти кусты. И вот оно вылазит. И все как-то тут рядом, рядом, рядом. Все находки как-то вместе. Надо тут еще покрутиться. Закапываем ямки, друзья, за собой. Все, вообще никаких проблем. Закопал, и красота, и пошел дальше. Будьте примерными копателями, закапывайте ямки. Итак, друзья, у нас без 15 час дня, и мы отправляемся домой. Закончилась на сегодня наша сегодняшняя экспедиция. Есть дела по работе, которые невозможно отложить. Я думаю, что мы уже сегодня достаточно накопались. Передаем эстафету Любомиру, он остается, потому как недавно приехал. А мы отправляемся домой. И я думаю, что мы еще в это место все-таки вернемся. Место очень интересное. И походили мы абсолютно немного. От машины максимум отошли 50 метров. Все находки как-то были в одном месте. Так что сильно мы не расходились. Поэтому нужно будет сюда еще раз обязательно приехать, а может быть даже и не раз, и докапывать это место. Находки есть, находки лезут, стоит ездить. Находки мои сегодняшние увидели, показывать не буду. Вам хочу всем пожелать удачи на копе, и не только, и в жизни. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.